Всем привет, с вами Дэн. Судя по количеству лайков и просмотров на прошлом видео, я понял одно. Надо продолжать снимать челленджи в Chicken Gun. Вы меня реально сильно смотивировали это сделать. И сегодня мы сняли очень много материалов, и я не знаю, смогу ли я это смонтировать за один или два дня. Но выход следующего видео зависит только от вас. Сколько лайков будет на этом видео, настолько быстро выйдет следующее. Давайте соберем под этим видео 200-250 лайков. Я думаю, у нас должно получиться. Ну ладно, не буду медлить, погнали к видео. Ну что, первый челлендж — это догонялки. Кто будет догонять, мы решим по нашему старому способу. Я поставлю 3 предмета в разные комнаты. И кому попадется определенный предмет, тот и будет догонять. Погнали! Сегодня наши участники Димон22К, Жура24К и Плеер11К. И давайте посмотрим, кто что выбрал. И по ходу считать у нас будет Жура. Если кто не понял, то я поставил 2 коктейля и 1 бургер. И тот, кому попадется бургер, тот и будет догонять. А бургер как раз таки попался Журе, поэтому он и будет догонять. Это сложно назвать догонялками, потому что участники спрятались. То есть это, можно сказать, прятки-догонялки. Кстати, если вы хотите, чтобы в следующем челлендже у нас были прятки, пишите это в комментариях и ставьте лайк. И по ходу Жура уже спалил Диму. И да, чуть не забыл сказать, багами пользоваться нельзя. И еще нельзя ничего спавнить. Походу Дима сюда забрался по коробкам. И еще очень странно, что Саша бегает только за Димой. Они забежали в какой-то дом, и Жура нанес ему уже первый урон. О, как это близко сейчас было! А вот на этом моменте у меня появился один вопрос. Как? Как он выжил? Как ему не нанесся урон? Походу, это были какие-то баги с интернетом или что, я не могу понять. У него настолько мало хп, что здесь хватает одной тычки, чтобы добить его. А вот сейчас у меня возник единый вопрос. А где Плеер? Он как-то хорошо спрятался, что его теперь никто не может найти. Кажется, поэтому Жура гоняется только за Димой. Все, Жура убил Диму. Теперь ему осталось найти Плеера и догнать его. Похоже, что он нашел его. В принципе, Плеер остался один. То есть он уже получает 1 балл. Если Жура его догонит, то и Плеер, и Жура получат по 1 баллу. Но так как он остался один, он может убить Журу. И тот не получит ничего. Надеюсь, я все объяснил, и вы это поймете. И, кстати, я это вообще забыл сказать. Кто соберет 2 балла именно в этом челлендже, тот и забирает 1 балл из всех челленджев. Если вы что-то не поняли, то позже узнаете. О, что у них там происходит? Они капец как близко возле друг друга. Ну, кто кого? Кстати, Плеер его может убить только гранатами. Походу, Саня убил Плеера. Это значит, что балл достается каждому. Ну что, ребята, второй раунд. Я уже расставил все предметы. Участники уже все выбрали. И на этот раз догоняет Дима. Итак, сейчас счет 1-1 у Плеера и у Жура24К. И кто-то из них заберет 1 балл. Дима сел уже считать, а участники прячутся. И сразу же Дима замечает Плеера. И вы только посмотрите, куда он спрятался. Между прочим, он туда спрятался без багов. По правде, можно обойти и просто залезть туда. Походу, Журе уже конец. Если Дима сейчас сможет его убить, то у нас выигрывает Плеер. А походу, как раз таки так и произойдет. Все, здесь остается только кинуть молотого и все. Походу, у него залагало. Чего? Это уже как-то нечестно. У него, скорее всего, реклама вылезла. Мне кажется, Дима убил бы его и так. Все.
Все, можно сказать, плеер выиграл, но его надо еще догнать. О, у них начинается война гранатами. Кто кого? У плеера лоу хп. Походу, Дима его убьет. Наконец-то я нашел его. Как он сюда забрался? А, так я знаю, как сюда залез. Через тот дом соседний. Все, его нашли. Я знаю, как туда попасть. Я хочу к нему залезть. Но это не так уж и легко. Там, по-моему, запрокурить надо через это окно. Да, все, все правильно, я смог. Как-то это слишком легко. Они сейчас очень близко, и походу это конец. И все, Дима его зарезал. Но все равно у нас побеждает плеер. Ну что ж, наконец-то этот челлендж закончился, и погнали уже к следующему. Следующий челлендж — это бои на машинах. Это, конечно, прикольный челлендж, но он все-таки не такой интересный, как догонялки. Ну и как всегда, с помощью контейнеров мы решим, кто на чем будет воевать. Так, посмотрим, кто что выбрал. Мне кажется, между Димой и великом есть какой-то магнит. Почему его так тянет на велике, я не могу понять. Уже второй раз ему попадается велик. Вот мы уже на нашей мини-арене, и сейчас будем начинать. Мне кажется, или плеер сразу же проиграет, потому что у него слишком высокая машина, и он ни в кого не сможет попасть. Вот они и встретились. Ого, полет. Плеер просто решил сегодня полетать немножко. О, наконец-то пошла первая атака. Походу, сейчас будет бой. Все, походу у плеера нет шансов, он встал к нему впритык. Ну да, как я и сказал. Но не забываем, что остался еще Дима. И походу сейчас будет второй бой. Хотя стоп, он уже начался. Походу уже все. Ну да, как всегда, я все пропускаю. Ну а чтоб ты никогда не пропускал мои новые видео, тебе надо подписаться на мой канал и поставить колокольчик. Это обязательно. Ну а в этом челлендже у нас победил Дима. Следующий челлендж — кто лучше построить дом за 10 минут. Погнали! 10 минут засекаются, и они уже начали строить. И я думаю, что вам вообще не будет интересно смотреть на то, как я за ними наблюдаю. Так что я просто поставлю на ускоренную съемку под музыку и все. И когда они закончат строительство, я буду оценивать ихние дома. И тот, у кого лучший дом, соответственно, получает 1 балл. Так, сейчас будем оценивать. Посмотрим, что тут у нас Саня построил. Ну да, заборчики он прикольно поставил, но что это? Может, это он так попытался сделать дымоход? Хорошо, не будем садить дом снаружи. Давайте посмотрим внутри. Ну, я не думаю, что он будет настолько маленьким, издалека он казался большим. Не знаю, мне кажется, мебель здесь вообще он не попытался даже поставить. Он здесь только стенки и крышу долго делал. Хотя, о чем я говорю, я же сам строить не умею. Я могу эти долбанные стенки строить полчаса. Но все же, давайте оценим его дом где-то в 5 баллов. Думаю, нормально. Так, дальше у нас Димин дом. Ну, слушайте, внутри он довольно-таки просторный, он побольше, чем предыдущий. Здесь даже мебели больше. Да и снаружи он выглядит довольно прикольно. Думаю, этому дому поставить, ну, 7 баллов. Просто здесь вот как будто чего-то не хватает. То ли больше мебели, то ли окон больше. А так такой дом за 10 минут построить довольно сложно. И последний дом плеера, и снаружи он уже выглядит прикольно. Тут даже машина стоит. А вот у Саши и у Димы он из дерева, а вот тут из кирпича. Вот, внутри он тоже, вот чего не хватало. Больше мебели.
мебели, кровати какой-то, окон больше. Вот чего не хватало в Димином доме. Конечно, Димин дом намного больше, чем этот, но в этом доме больше всяких мелочей. И эти мелочи как раз-таки и украшают дизайн дома. Поэтому плеер побеждает в этом челлендже, и я ставлю этому дому 10 из 10. Ну а теперь погнали к последнему челленджу, PvP. PvP будет устраиваться на начальных оружиях. И тот, кто выиграет в PvP, забирает 1 балл. Погнали! Ну что, стартуем, PvP начинается. И сразу же Дима в кого-то стреляет. До конца боя осталось 2 минуты, и пока что лидирует Жура24К, но плеер его уже догоняет. Осталась минута, и Саня все еще лидирует. Хотя стоп, у них одинаковый счет. Кстати, из-за лаг и проблемы с телефоном Дима не смог сделать даже 2 киллов. Все, плеер его обогнал. А вот теперь начинается настоящая война. Мне кажется, Саня должен как-то отбить свое место. До конца боя 10 минут, и у них все равно равный счет. Если сейчас кто-то сделает 1 килл, то он выиграет. Ну же, хоть кто-то, 1 килл. А все, уже поздно. И тут мы с ребятами подумали и решили отдать победу плееру. Ну, во-первых, у него больше всех баллов. Во-вторых, он новый участник КТИМ, и можно ему уступить место. Ну, а в-третьих, изначально он смог отбить первое место. Так что, я думаю, будет честно отдать ему эту победу. А если бы мы отдали победу Сане, то получилось бы как-то не очень правильно. У них было бы равное количество баллов, и сложно было бы решить, кому отдать победу. И сейчас я скажу, кто выиграл. Итак, у плеера 2 балла, у Журы 1 балл, а у Димы 0 баллов. Делаем вывод. Плеер выиграл. Пишите свои поздравления в комментариях. Надеюсь, мы сможем собрать на этом видео 200 лайков. И давайте добьем на моем канале до 2021 года 2000 подписчиков. Но мне все-таки кажется, что мы сможем это сделать еще даже до зимы. Конечно, на это надеюсь. Ну а с вами был я, Дэн19К. Всем спасибо, всем пока.